Полный отвал башки. А я нифига и не понял, откуда меня стреляли. Ладно, исправлюсь. Главное, винтовку урони на первый этаж. Париться неохота. Доставать все это. Да откуда, откуда? Я не понимаю, откуда. Отсюда. А, отсюда, что ли? Ну, окей. Что-то мне кажется, маловато патронов у меня все равно. Где взять еще? Негде. Вот в чем прикол. Да зараза. Ну, естественно, не сюда. Второй этаж мне, видимо, придется подниматься, так или иначе. А где здесь лестница? Ты какая нафиг лестница? Что-то я о лестницах начал думать. Старею, видимо. Это я. Ах ты тварь. Да господи, красное пятно прямо посредине экрана, спасибо. Музей прям чума. Ничего не скажешь. Щит. Ну, щит, щит. В принципе. Да ну нафиг этот щит. В принципе. Хотя я пожалею. No. Что, новая порция врагов сейчас будет? Слишком подходящая местность для боя. Я бы так сказал. Нет, не будет. Как так? Отлично. Чем-то стрельба здесь напоминает, кстати, Payday 2. Что-то такое есть. Что? Тебя, что ли? Постоянно у меня в ушах топает. У меня глюки или что? Тут постоянно топает в ушах. Казалось, что это снайперская винтовка какая-то. Но фига с двас. Ну,
как вам сказать? Как вам сказать, как вам все это описать? Да легко, просто изи. Приманки у меня есть. Взрыв пакеты. Не осталось места в инвентаре, потрясающе. Потрясающий. Потрясающий инвентарь. Военный метательный нож. Надо дометать. Теперь осталось место в инвентаре. Так. В принципе, ракету можно использовать. Ну, как ракета действует, сейчас посмотрим. А, ну это ультрафиолетовая ракета, понятно. Нафиг не нужна. Так, коктейль молотова вместо ракеты. Взрыв пакета, взрыв фонарь. Давайте, ребят. И мне просто нифига с этого. Просто ни одного очка с этого не дали. Ни одного. Потому что что? Потому что прокачались мы уже. Ловкости бы дали хотя бы, я не знаю. Ну хотя бы там, я не знаю, по 20 за каждого. То совсем как-то по-жидовски это действо убьет. Здрасте. А вы знаете, что я могу мочить без перерыва? Поэтому у меня по барабану, сколько на меня зомби сейчас попрет. Ну давайте, попер. Руки. Спокойнее. Спокойнее, я сказал. Продолжим. Вот это месиво. Вот это весело. Да не так же, ну. По мне еще и лупят. Отлично. А мне еще и с автомата стреляют, если вы не заметили и не поняли, что я сказал только что. Зараза. Но это уже не так весело, потому что я не могу прям в толпу зомби залететь и начать их местить. Потому что я получу от винтовки. От винтовки получать больно, можно и сдохнуть. Так. Все? Нет, не все. День, просто день скорби зомби просто какой-то. Время собирать камни. Я не могу это все ставить. Хотя бы частично можно. Я соберу. Парень, ты че, оборзел?
Разобрались? Довольны? Какой-то кошмар. Кофе, сигареты, баксы. Кофе, сигареты, баксы. Кофе, сигареты, баксы. Все, пошли месить дальше. Спокойнее. Тихо. Гора трупов будет обеспечена. О, ребятки. Мне нравится этот уровень. Это классика жанра. Действительно, это классика жанра. Ты блюешь без голов. Ладно. Ну что там? Мне лезть наверх? Ладно. Вы истощены, не можете использовать кошку. А куда мне, извините, переть-то? В таком случае. По стенке бегать я могу, а значит, кошку использовать не могу. А, так это... Надо было все пропрыгать. Ну ладно. Надо было поверху пропрыгать. Но я как всегда. Я как всегда молодец. Я всех замочил. Ну а фиг ли, это зомби-апокалипсис. Зомби оставлять жить? Нет. Всех мочить надо. Никак иначе. Что-то знакомое. Зато тихо, спокойно. Музыка только такая. Экшн-шмэкшн. А так тихо, спокойно. Так, надо переключить на этот. Бейте мутантов. Вот за это мне ловкость дают. Обратите внимание, за это мне ловкость дают. Но то, что я как бы всех сжег молотом. Это нифига не ловко. Судя по всему. Поджопничек.